участники этого боя. Итак, встречайте, из Москвы, Россия, Владимир Мышин! Итак, дамы и господа, представляю соперников и первым бойца, стоящего справа от меня в синем углу. Ему 20 лет, официальный вес 62,4 килограмма. Его профессиональный рекорд безупречен. Три боя, три победы из Иловайска, Украина, Вячеслав Максюченко! Боксеру, стоящему слева от меня в красном углу, также 20 лет. Официальный вес 62 килограмма и 600 граммов. Его профессиональный рекорд впечатляет. 7 боев, 7 побед, в том числе 4 нокаутом. Финалист боксерского шоу «Бой в большом городе». Один из самых многообещающих проспектов России в этом весе. Из Москвы, Россия, Владимир Мышин! Рефери боя Ираклий Малазония. Туда, за ручку, туда сам. Я шла, туда.
sound ringing, simulating sensual acts to stimulating musical tracks. I thought I was just gonna come out tonight and get a brew and relax, but no! When you the party starter, it's like you on call, you what the doctor ordered. Right. It's like you gotta block the border to the door and shock them when it's boring. Get on the floor! It's the Riverside Bomber, mic in my vest tight, strapped to my chest like I'ma run up in the party, holl and be like, oh! Fulfilling my calling, Big Will, that's my name. Writing rhymes, that's my game. Ask me again and I'll tell you the same. Look, just write your number right next to your name. I'm the party starter, you might have a good time, but we party. Thank you.
держать, не держать. Так, так! Команда, стоп. Время остановки боя 2 минуты 50 секунд третьего раунда. Ввиду отказа секундантов боксера из синего угла от продолжения боя победу
одержал и остается непобежденным Владимир Мышев. И ваши аплодисменты его сопернику Вячеславу Максюченко. Итак, дамы и господа, приветствуйте. Победитель поединка Владимир Мышев, вам слово. Всем здравствуйте, всем привет, спасибо большое за поддержку. Я хотел не то, чтобы оправдаться, но сказать, почему сегодня я немного волнительно боксировал. Сегодня важный день в моей жизни, у моей мамы, которая приехала сюда поболеть за меня, день рождения. Мама, это очень приятно. Спасибо тебе большое. И также я хочу поблагодарить человека, без которого бы, в принципе, моя карьера профессионально не началась. Это Кургин Тимофей Геннадьевич. Большое спасибо старшему товарищу за Money Team Russia Сила. Также спасибо каждому из тех людей, кто помогал мне готовиться. И ребятам из команды Industrials, в частности, Кириллу Тимофею. Спасибо, братан. Владимир Мышев, еще раз с победой. We'll be right back.